Реалити-проект «Пышка. Худеем вместе» – телепроект, направленный на то, чтобы наглядно показать всем телезрителям, что иметь красивую стройную фигуру не так сложно, как кажется. Главное – выполнять простые правила, которые покажут специалисты проекта. А это диетологи, стилисты, фитнес-инструкторы, преподаватели танцев и дефиле. Алло, привет, Юль. Угу, в кафе в 10, ну все окей, договорились. Алло, здравствуй, Сания. Алло, Оль, привет. Я собралась с подругой в кафе. Скажи, пожалуйста, что мне можно кушать, а что нельзя? Я просто в замешательстве. Угу. Да, я тебя поняла. Записывай. Угу. Далее идет мастер-класс. Угу, все, окей, все, хорошо. Сания, надеюсь, мои советы тебе помогут. Поняла, хорошо. Как худели самые толстые люди в мире? История успеха. Не можете сбросить последние 2 килограмма, чтобы получить идеальную фигуру? Ленитесь идти в спортзал, потому что сбросить вес так сложно? А представьте, каково было этим мужчинам и женщинам. Ведь в начале своего пути они весили по тонну. Большинство самых толстых людей в мире – это не какие-то монстры. И даже не обладатели редких диагнозов, мешающих им похудеть. Это самые обычные люди, которые в какой-то момент начали заедать свое горе и стресс. И сами не заметили, как оказались в супертяжелом весе. Так что прежде чем съесть шоколадку от тоски или утешить себя пирожным с кремом, посмотрите, как приходилось худеть тем, кто когда-то тоже начинал с лишних углеводов. Почти 450 килограмм. Именно столько весил Пол Мейсон на пике своего нездорового образа жизни. Он не мог не то что самостоятельно сходить в туалет, даже просто встать с кресла кровати, чтобы, поддерживая в нем жизнь, 12 часов около пола дежурили медсестры. Мыли его, меняли подгузники, смазывали кожу кремом. В какой-то момент мужчина понял, так больше нельзя, и обратился к врачам за помощью. Сам бывший толстяк говорит, что начал худеть благодаря его любви, 40-летней Ребекке Маунтин из Массачусетса, с которой он часами общался по скайпу. Сбросив 305 килограмм, мужчина столкнулся с другой проблемой – обвисшей кожей, которая не дает ему нормально передвигаться и обслуживать себя самостоятельно. Государственная служба здравоохранения Великобритании отказала ему в операции, поскольку, во-первых, мужчина пока нестабилен и может получить сердечный приступ во время процедуры, а во-вторых, подобная операция относится к разряду косметических, которые государство не оплачивает. Но Мейсон, в отличие от многих его коллег-супертяжеловесов, не сдается и готов доказывать врачам, что он может держать свой аппетит в узде, а здоровье в норме. Хафизова Ольга, клинический психолог, специалист по коррекции пищевого поведения. Место работы – Центр снижения веса «Доктор Барменталь». Последние 2 года специализируется на теме «Детское и подростковое ожирение». Считает, что при снижении веса важно получать удовольствие от жизни и пищи в частности. Выпила сок с виски, не знала об этом, устала. Всю неделю были истерики, ревела, сил никаких нету, хочу скорее похудеть. Нет, не чтобы начать кушать, чтобы одевать свое любимое платье. Вот. Что еще могу сказать вам? Худею. Результат есть. Коллектив у нас хороший. Вы знаете, у меня большая беда. С одной стороны, это, конечно, беда, а с другой стороны, это радость. Понимаете? Мои шортики стали мне, видите, юбочкой, а? Парашютиками. Это, ну, с одной стороны, конечно, придется купить новые, но это такая радость, что они все-таки стали парашютиками. Значит, процесс идет? Процесс идет. Да, процесс идет, даже по шее видно, по моей, так это, ну и другие. Я очень рада, что именно тот эффект, который я ожидаю, чтобы никого не разочаровать и прежде всего доказать себе, что это именно переедание, а в комплексе со всеми тренажерами это дает еще положительный эффект. Это очень хорошо, это круто. Куда засунула волосы? Убери волосы, не так долго прислонять. И убери шейно-воротниковую зону. Что нам Тамара Петровна говорила, что нельзя. Тамара Петровна, ваше отсутствие, мы соблюдаем все условия занятий на тренажер. Если что, есть я как цербер буду ходить и высовывать, откуда не нужно, да, и гавкать. Вот так что, да, вот так вот правильно, молодец, вот так правильно, да. Ну вот жирочка и уйдет. Вот когда Тамара Петровна-то нет,
Вот и приходится друг друга контролировать. Тамара Петровна, дорогуша, нам вас не хватает. Они меня сегодня замучили, не дают заниматься спокойно. Пристают каждый со своим вопросом и поправками. Тамара Петровна, возвращайтесь к нам быстрее. Так не сиди, так не лежи. Ну сколько можно уже сегодня? Меня прямо всю измучили. Да не говори, пристали к тебе прям. Локти тоже не ставь. Тоже не так вот. А сама-то вон локти тоже не ставишь. И воду не пьешь. Воду пить надо обязательно. Да я локти ставлю, смотри, правильно. Вот так вот, и водичка у меня стоит. Все правильно я делаю. Как научили, так и делаю. Да правда, что ли? Да. Ладно, будем молчать. Будем стоять и молчать. Пейте воду. И работать ногами. Сания, ну ты ж похудеешь. Чем же ты крутить-то будешь? Эффекта-то не будет у тебя. Мама, я в Дубае. Мама, я в Дубае. Мама, я в Дубае, 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 мама, я в Дубае. Пальчиком я буду крутить, Лариса, пальчиком. Вот всех намотаю вот так вот, мужчин, и вот так вот буду. Легко и просто, да? Мне кажется, что у меня давления практически нет. Может быть, это мне только кажется, но у нас есть такое предположение, что объем уже уходит, и давление уже меньше ощущается. Поэтому результаты есть, девчонки. Клево. Я балдею. Я находила минус 2 килограмма за эту неделю. Сейчас у меня расслабляются ноги. Хозяйка, я хочу вкусную конфетку. Я надоела уже тебе, наверное, своим аппетитом. Хватит меня кормить овощами, сложными углеводами. Хватит мне куриной грудки. Дай мне суши, тирамису и пиццу. Wellness-студия Slim Club. Идеальное место, чтобы мечта каждой женщины о красивой фигуре превратилась в реальность. Никаких диет, изнуряющих тренировок, медикаментозных средств и пластических операций. Прессотерапия, инфракрасное тепло, электростимуляция мышц, виброплатформа, спа-программы и ритуалы красоты – все это Slim Club. Кувыкина 5, телефон 256-42-21. Здравствуйте! Всех рада видеть. Меня зовут Оксана. Я преподаватель йоги. И сейчас мы с вами проведем наше занятие. Сядьте ровно, скрестив ноги. Разверните плечи. Поставьте руки на края подставки. Сделайте спину ровной. Выпрямите спину. Стяните локти друг к другу. И сгибайте локти в сторону пола. Почувствуйте, как ваши лопатки от этого движения идут вниз, а грудная клетка поднимается вверх. Сейчас расположите руки на бедрах ладонями вверх, прикройте глаза, мы с вами настроимся на занятие. Понаблюдайте, с каким дыханием пришли, и сделайте дыхание глубже. Вдох от диафрагмы начните. Наполните нижнюю часть легких, затем среднюю и верхнюю, снизу вверх наполняем наши легкие. Глубокий мягкий выдох. На выдохе все мысли из своей головы отпускаем. Соедините ладони у груди. Большие пальцы вместе, пятки вместе. Спустите руки вниз. В руках, как будто по ведру с водой. Руки сильные тянутся вниз. Спина прямая. Переведите руки перед собой. Переплетите пальцы. Разверните замок вперед. И на вдохе поднимаем руки вверх.
Прижимая стопы к полу, вытягиваемся, удлиняем бока тела. Тянемся вверх так, чтобы низ живота расслабился. Вдох, еще больше потянитесь. Разверните плечи, освободите шею. Ноги прямые, спина прямая. Прогиб в пояснице убираем. Немножечко сожмите живот, толкните поясницу назад. И больше потянитесь руками вверх к потолку. На вдохе поднимите руки вверх, на выдохе сделайте наклон. Потянитесь вверх в потолок и на выдохе сделайте наклон от тазобедренных суставов. Складываемся пополам. Поднимите голову, сделайте вдох, прогнитесь. Дышим. Наблюдайте. Ноги, плечи. Руки под плечи. Подсогните ноги в коленях. Шаг одной ногой назад, другой ногой назад. Сделайте планку. Пальцы рук широко. И мягко отталкиваясь ладонями, отведите таз назад и вверх. Собака мордой вниз или Адха Мукха Шванасана. Делаем 8 раз. Наблюдайте свой позвоночник. Пускаем, как у кошки, будет длинный, мягкий, гибкий. Если хочется где-то задержаться, да, вы почувствовали, что ваши позвонки пошли, растянулись межпозвоночные диски, задержитесь. И не двигая руками и ногами, оттолкнитесь руками, сделайте собаку мордой вниз. Стараясь удлинить стопой, перенося вес тела в ноги. Вытягивая пальцы, втяните трицепс в кость. Да, вот видите, я расслабила сейчас эту мышцу, а вот вытянула. Ага. И теперь, сохраняя трицепсы сильными, разверните ладони вверх к потолку. Направляйте правую ягодицу ко мне. Если есть проблемы с шеей, смотрим перед собой. Посмотрите на пальцы левой руки. Направляйте левую ягодицу ко мне. Растягивая руки друг от друга, поднимитесь. Сейчас вы развернете правую ногу вправо, руки вытяните в стороны и будете сгибать одну ногу в колени. Разверните живот справа налево, еще ниже садимся. Угу. Руки тянем, трицепсы втягиваем, лопатки опускаем вниз. Поставьте руки на пояс, поменяем сторону. Заверните правую стопу вовнутрь, всю левую ногу влево. Сделайте правую стопу тяжелой, прижмите ее к полу и сгибайте левую ногу в колени, стараясь не падать за передней рукой, да, держите тело вертикально. Разверните живот слева направо и опустите лопатки вниз, а грудную клетку поднимите вверх. Чуть-чуть поуже поставьте ноги. Давайте отдохнем, сделайте локтевой захват, опуститесь вниз, расслабьтесь. Почувствуйте тишину, покой в теле. Покой в уме, проработанное, расслабленное тело, ясная голова. Уведите внимание в центр головы и оттуда опустите вниз, в сердце. На этом наше занятие закончено. Спасибо за практику. Приходите еще. Приглашаю вас на занятия йогой в нашу студию в Йога Тайм. Занимайтесь вместе с нами. Занятия йогой позволяют мне расслабиться, отдохнуть, снять напряжение, которое скапливается у меня за время работы, съемок, домашних дел. Я отдыхаю и душой, и телом. Сегодня у меня был очень тяжелый день. Он меня эмоционально выводил из себя. И после занятий йогой у меня прям наступило душевное равновесие, гармония, стало легко и спокойно. Партнеры реалити-проекта «Пышка», Центр снижения веса доктора Барменталь, фитнес-клуб «Реформа», медицинская клиника «Секреты совершенства», модный дом «Претензион», визажист Алена Перова, wellness-студия «Slim Club», «Глобус Гурман», «Йога Тайм».